Добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад еще раз всех приветствовать. Если меня слышно сейчас, видите картинку перед собой, просьба поставить плюсики в чате, отметиться, что у нас все в порядке с трансляцией. Есть звук, есть изображение. Для тех, кто, возможно, первый раз включил наш обзор, вкратце повторю план, то, что мы обычно с вами рассматриваем. Обзор у нас уходит, как правило, два раза в день, с утра в 8:45 и в 13:30 по Москве, соответственно. Где уже на утреннем обзоре мы с вами разбираем ситуацию прошлого торгового дня с точки зрения выхода важных новостей статистики. Отмечаем, как эти новости и статистика повлияли на наши основные инструменты. Также рассматриваем текущий торговый день, отмечаем главный и важный новостной фон. Возможности для входа в сделки, рассматриваем точки входа и цели по нашим операциям. Плюс мониторим уже текущее состояние рынка и текущие наши открытые позиции по инструментам. Что касаемо дневного обзора, то есть мы уже смотрим влияние европейской сессии новостей статистики, если таковые имелись. Рассматриваем возможности для входа в позиции, если у нас условия выполняются, которые мы намечаем на утренних обзорах. Да, то есть мы по нашим условиям стараемся открыть позиции, расставить цели, приоритеты. Ну и на текущий момент мониторим рынок и наши позиции. Так, ну что у нас так в чате, вижу. Так, один комментарий пока. Так, комментарий, возражений пока не вижу. Народ постепенно подключается. Ну, давай тогда начнем, если все в порядке. Евро-доллар у нас на повестке, да, текущий момент. Что можно сказать? Сегодня у нас евро в первой половине дня, да, то есть продолжил свое укрепление, плюс на европейской сессии, да, то есть мы еще немного подросли. Ну и также, что можно отметить, у нас сегодня была порция статистики, новостей по еврозоне, индикатор настроения в секторе услуг, собственно, индикатор настроения в экономике и индикатор делового оптимизма в промышленности. И, собственно, цифры у нас вышли лучше ожиданий, вот, что помогло нам, в свою очередь, то есть укрепить евро в свою сессию, да, против американского доллара. Но впереди, конечно, у нас более важные события. Все-таки, да, ждем Америку, открытие 15:30, и ждем статистику по ВВП за второй квартал. Очень действительно важны для инвесторов, участников, ну и, конечно, большую динамику. Все-таки сейчас мы видим по большинству инструментов достаточно слабая, сдержанная динамика, да, в основном уже видно, что все-таки участники больше ориентируются на выход данных по Америке. И мы, соответственно, тоже с вами ориентированы на выход данных. Плюс, помимо этого, конечно, будем наблюдать, очень важный момент будет внутри дня, где мы сегодня образуем максимум, да, то есть если у нас максимум будет образован ниже вчерашнего, да, то, соответственно, это будет означать о замедлении на 4-часовке. Ну и плюс у нас есть условия, где мы рассматриваем все-таки продажи. Почему? Потому что евро у нас уже находится на своих самых высоких, да, верхних позиций, откуда уже нужно ждать все-таки коррекционного такого отката, достаточно неплохого, и формирования среднесрочного максимума границы. Вот отсюда мы с вами будем рассматривать возможность продаж уже после пробития зоны 1.16.23. Закрепление ниже данной границы, и цель у нас с вами будет эта граница 1.15. Как минимум. Ну и далее уже, скажем так, более продолжительная коррекция движения вниз, да, то есть возможно уже после пробития зоны 1.15. То есть если мы сможем, да, если продавцы смогут дальше продавить цену, соответственно, мы будем рассматривать продолжение наших продаж в будущем. Вот, пока на текущий момент у нас ранее была закрыта покупка, да, то есть то, что планировали взять от роста, да, мы взяли. Сейчас на текущий момент мы в ожидании разворота и коррекции, ну, и выполнения условий для того, чтобы зайти уже в продажу. Далее, что касается британской валюты, здесь видим сегодня британский фунт у нас
двигается разнонаправленно, то есть пока находимся у границы 37.6, тестируем данную границу, были попытки пробития, да, но пока не можем пробить, зафиксироваться выше, для того, чтобы рассматривать возможности покупок. Покупки и продолжение, собственно, роста, то есть тренд у нас, мы видим восходящий, недавно совсем мы обновили очередной среднесрочный максимум, да, это тоже важный момент, дает нам понимание о том, что крупные участники настроены достаточно позитивно, да, в отношении британского фунта, и в соответствии с этим рост у нас продолжается, тренд продолжается, и основные позиции наши, которые мы рассматриваем по отношению к британскому фунту, да, это покупки, соответственно. Ну и также совсем недавно у нас с вами покупки закрылись успешно, поэтому на текущий момент сейчас мы, конечно, ждем уже в любом случае Америку, выход статистики новостей, и после этого уже будем рассматривать, самое главное, будем наблюдать за уже участниками рынка, да, и уже после этого, ну, то, скорее всего, будет следующая неделя, да, будет актуально именно для британской валюты, для рассмотрения возможных продолжения, возможных покупок, плюс, конечно же, самое главное для нас, это для того, чтобы рассматривать эти же покупки 1.37.6, пробитие закрепления выше данной зоны. Отсюда мы уже будем рассматривать эти покупки. Ну и цель, конечно, ближайшая здесь у нас 31.18, далее, собственно, 31.75, да, то есть обновление предыдущей границы максимума, ну и конечная зона 1.32.37. Вот такой момент. Поэтому сегодня ожидаем, ждем реакции по фунту. И уже со следующей недели будем рассматривать открытие позиций по данному инструменту. Что касаемо швейцарского франка, который вот, собственно, этой неделе, да, достаточно интересно двигается, удивляет, собственно. И у нас выполнились ранее условия по покупкам, да, то есть вчера покупки ближайшей зоны цели, которую мы с вами рассматривали, были достигнуты. Ну и те, кто заходил вчера по швейцарцу, который у нас был на активном мониторинге, думаю, смогли заработать. Ну, в том числе и сегодня с утра я говорил, да, вчера тоже заходил вечером на швейцарцы. 70 пунктов удалось заработать. Вот, достаточно неплохо сходил вчера, да, то есть 200 пунктов, очень-очень хорошее движение. И, ну, очень редко, когда удается, да, вот, внутри дня по паре доллар швейцарский франк увидеть такие вот хорошие, сильные, причем однонаправленные движения. Сейчас, сегодня, да, мы пока находимся во флете, ничего нового, ну и, соответственно, ждем, конечно же, ждем открытия Америки, да, и статистику, выход. Для того, чтобы была возможность все-таки продолжить те же покупки, в момент, если у нас будут хорошие новости, статистика, естественно, мы пойдем дальше и будем стараться пробить границу 97.20 и обновить прошлый внутридневной максимум. В этом случае будем рассматривать продолжение покупок. Здесь у нас цель с вами будет 97.63, это ближайшая зона, и далее, конечно, граница 0.98.13. Вот, поэтому немного совсем осталось, да, до открытия Америки, ну и до новостей. То есть у нас тут осталось чуть меньше 2 часов. Поэтому ждем с нетерпением, ждем динамики и реакции, конечно, крупных участников. Поэтому, что касаемо продаж, да, то есть продажи мы с вами не рассматриваем, так как у нас уже, мы видим, есть зарождение, да, нового тренда. У нас, во-первых, мы увидели на среднесрочной перспективе замедление у нас было, замедление нисходящего, да, тренда, вот у нас нисходящий тренд, вот здесь уже с учетом того, что мы, получается, вчера обновили предыдущую вершину, максимум среднесрочно, да, мы говорим о замедлении нисходящего тренда и плюс постепенная смена настроений, приоритетов, да, по доллар-франку.
Вот, и в этом случае здесь мы уже будем рассматривать новые покупки, да? Ну, опять же, понятно, что когда у нас происходят вот такие сильные движения, да, два дня бескоррекционный рост был, да, тут, конечно, в любом случае нужно ждать как минимум коррекцию, да, и закрытие лонговых позиций прибыли, фиксации прибыли, то, что приведет к этой коррекции. Ну и это мы видели как раз-таки в четверг с вами, да, после заседания ФРС, когда уже в первой половине дня, да, то есть крупные участники инвесторы начали фиксировать прибыль, и в итоге цена сразу же, да, практически пошла в другую сторону, ну и был отыгрыш, да, по большинству инструментов, в принципе. Вот. Здесь сегодня, собственно, и следующая неделя, да, мы, в общем, будем наблюдать, ну и, конечно же, ждем продолжения роста. Ну и покупки, да, поэтому, что касаемо тех же продаж, да, сейчас уже на текущий момент, ну, скажем так, не особо актуальны. И здесь уже, когда у нас будет, собственно, укрепление франка, да, то есть, ну и фиксация лонговых позиций по паре, мы здесь будем просто наблюдать и ждать, собственно, формирования очередного минимума. И на развороте это будет самая хорошая возможность именно для открытия новых покупок, где мы можем сразу же, как это у нас произошло, в общем-то, вчера, да, то есть открыли и начали зарабатывать. Самая лучшая возможность, да, и самая лучшая точка входа у нас появится. Вот, ну, посмотрим, прокомментируем, может быть, даже и сегодня, да, у нас, если будет бескоррекционный дальнейший рост, да, возможность при пробитии границы 97.20 появится возможность. Вот, что касаемо доллар-иены, да, сегодня у нас доллар-иена пока особо без движения, без динамики, разнонаправленно двигаемся, но при этом у нас есть условия, да, и мы прежде всего рассматриваем с вами покупки. Покупки у нас после пробития зоны 101.62. В этом случае мы рассматриваем ближайшая зона, цель сразу же у нас обозначена 112.06, 112.30, ну и, конечно, граница 112.69. Ждем рост, и также еще более главное, да, что мы ждем все-таки, это формирование полноценного среднесрочного минимума. На текущий момент мы видим, что цена периодически, да, опускается к важной границе поддержки 110.71. Вот здесь у нас происходит, мы видим, борьба, да, и также, возможно, набор позиций покупателей, да, перед там очередным стартом. И если уже это будет, конечно, следующая неделя, в любом случае, если мы на следующей неделе, да, увидим сформированный полноценный среднесрочный минимум, то здесь уже мы будем говорить о продолжении роста, так как у нас уже ситуация поменялась, да, то есть после замедления у нас сейчас среднесрочный восходящий тренд формируется. Ну и цель у нас после полноценного формирования среднесрочного минимума будет зона 114.76. Сразу же граница, да, это для среднесрочных позиций, да, ну и, в общем-то, для тех, кто торгует внутри дня, краткосрочники, да, то есть здесь у нас тоже обозначены цели, будем рассматривать уже на следующей неделе. Ну и сегодня также вполне возможно и вероятно, да, если мы сможем уже на американской сессии пробить зону 101.62, то уже сегодня появится такая возможность открыть покупки. Далее, доллар канадец, который сегодня в полном флете, стоим на месте, да, после вчерашнего роста, ну и в ожидании, собственно, мы с вами находимся, в ожидании дальнейшего роста и выполнения условий наших, чтобы мы присутствовали в покупках, открывали позиции, мы ждем пробития зоны 1.2687, закрепления выше данной границы. Ну и, конечно же, ждем дальнейшей коррекции, полноценного формирования среднесрочного минимума. Вот, на текущий момент пока вот мы в процессе, скажем так, да, дальнейшего возможного роста. Ну и от сегодняшних событий тоже будет, конечно, много зависеть. Плюс у нас еще и по Канаде сегодня будет статистика по ВВП. Вот, ожидаем, и, ну,
может быть, даже на следующей неделе, что, скорее всего, все-таки, да, появится такая возможность у нас рассматривать покупки и выполнится условия по покупкам. Далее, что касаемо австралийца. Австралиец у нас, мы видим, продолжает двигаться вниз. Ну и вот после сегодняшнего флета, который был у нас, да, в первой половине дня, все-таки сейчас мы пытаемся, очень важный момент, пытаемся зафиксироваться ниже границы 79-72. То есть происходит пробитие, и как раз таки у нас с вами были условия, да, вспоминаем, и вчера, и сегодня мы с утра обсуждали закрепление ниже границы, то есть уже на американской сессии по факту выхода новостей при хорошей статистике, то есть у нас продолжится снижение, и здесь мы сразу же ориентированы на продажу с ближайшей целью сразу же достижения, это 78-75 и конечная граница 78-27 для достижения. Поэтому, так же как и франк, у нас австралиец сегодня находится на активном мониторинге. Да, то есть вот буквально уже в ближайшее время будем рассматривать возможность. Да, то есть с новой четырехчасовкой тут уже будем смотреть. Ну и, конечно, уже там, на следующей неделе мы с вами прокомментируем ситуацию. Поэтому ждем совсем скоро, да, то есть австралиец уже почти выполнил условия. Далее, что касаемо новозеландца, новозеландец только подходит к выполнению условий по продажам, то есть ждем пробития зоны 74.57, обозначены нами условия. Видим, что новозеландец также снижается, идем вниз и, конечно, уже сегодня возможно, так же, как и австралиец, и швейцарский франк, выполнить условия фактического пробития и продажи. Цель у нас здесь с вами, это зона, хорошая зона поддержки, которая сейчас потихоньку двигается цена, да, с возможностью ретеста от этой границы 73-74. Зона, то есть это наша основная цель по продажам будет. Вот, поэтому тоже ждем. И также, конечно, параллельно ждем формирования полноценного среднесрочного максимума. Ну, собственно, сегодня мы видим, тоже продолжает снижение. То есть сегодняшняя дневная свеча. Посмотрим, как сформируется. Да, из понедельника уже там, понедельник, вторник, мы можем уже фактически, да, сказать о том, что у нас формировался среднесрочный максимум, да, и пошла коррекция вниз. И уже даже с возможностью, да, там, смены перспектив, с учетом, если у нас на следующей неделе, там, например, будет пробита важная зона поддержки, там, 73-74. Ну, это уже следующая неделя, там мы уже посмотрим, да, там, новые условия, собственно, новые факторы, статистика и так далее. Вот. Ну, а пока на сегодняшний момент, на сегодняшний день, то есть мы рассматриваем, у нас есть зона, ждем влияние, да, к этой зоне, ну и возможность пробития. Поэтому пока мы только в ожидании по новозеландцу. Что касаемо золота, видим, что ситуация абсолютно не торговая, да, ничего интересного нету, так же как и по канадцу, в принципе, абсолютно разноправное движение. Золото сегодня во флете находится, и главным образом, конечно же, все-таки ожидают статистики. Я думаю, что уже после открытия Америки будет гораздо интереснее сегодня золото выглядеть с точки зрения динамики. Но пока на месте, у нас также есть условия, прежде всего условия по продажам. Ждем пробития зоны 1252.50, закрепление ниже данной границы. Условия, значит, во-первых, после пробития, да, у нас ждем достижение первой нашей цели, это 1244.16. Ну и далее главная зона, главная цель, это 1237.07, конечно, граница. И далее уже это будет следующая неделя в любом случае, если у нас будет сформирован полноценный среднесрочный максимум, да, то есть отсюда мы уже будем говорить о продолжение нисходящего движения, и, конечно же, главным образом будем наблюдать за пробитием зоны 1237.07. Если мы на следующей неделе пробиваем данную границу, в этом случае у нас сразу же цель с вами становится 1203.
зона, да, очень хорошая возможность для взятия прибыли и очень хорошие продажи последуют, уверенные продажи. Вот, поэтому ждем. Ждем сегодня, и если сегодня у нас особо реакции не будет, ну тогда уже следующая неделя, да, в любом случае, только после выполнения условий, да, то есть мы с вами рассматриваем возможности открыть позиции. Так, ну и доллар-рубль, который продолжает, да, двигаться во флете, ну видим, что сегодня... Очень-очень слабое движение, оно и понятно, что пятница в основном, да, в пятницу уже стараются трейдеры, наоборот, зафиксировать позиции, не торговать, да, то есть ликвидность небольшая, вот, поэтому ждем понедельника, конечно же, уже, ну, во второй половине дня, да, с учетом того, что все-таки по Америке данные выйдут, немного будет поинтереснее, вот, но уже с понедельника будем рассматривать возможность. Возможность продолжения покупок, да, и продолжение покупок у нас будет после пробития зоны 60 ровно, закрепление выше данной границы. Ну и цель будем себе рассматривать 60-64, 61, это, конечно, граница. Так, ну что, в принципе, все рассмотрели. Пока особо ничего у нас не поменялось кардинально, да, с... нашего утреннего обзора. В основном некоторые инструменты какие-то двигаются более интересно, да, какие-то менее интересно. Ну и главное, у нас как подведем итог, да, то есть сейчас на активном мониторинге это пара доллар-франк, это пара австралиец с долларом и новозеландец с долларом. То есть это те пары, по которым появится возможность сегодня уже в ближайшее время возможность открыть позиции. Вот. На сегодня у меня все. Хочу всем пожелать хорошего настроения, удачи. Последний торговый день, впереди выходные, также хороших всех выходных. Ну и на следующей неделе с вами встретимся. Так, вопрос вижу, сколько продолжается влияние ВВП. Влияние ВВП, но это, как правило, достаточно быстрое влияние, минут 5-10, может быть 15. То есть здесь сразу же, как правило, реагируют участники рынка в моменте, да, и потом уже могут быть просто подключения, да, то есть там, ну, скажем, когда там второй, может быть, третий, там импульсы идут, то есть основные, скажем так, ставки будут сделаны, а уже впоследствии там будут подключаться другие участники, в том числе и трейдеры, и мы с вами, которые будут создавать тоже там динамику в связи с, там, с ростом объемов на там покупку доллара и укреплять американскую валюту. Поэтому посмотрим. Так, ну что, со всеми прощаюсь, всего доброго, до скорой встречи, встретимся на следующей неделе, до свидания.